Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4-й квартал 2016 года. Звоните 48-300. Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ «Новости Анапы регион» в студии Ирина Меркурьева. Партнер программы «Новости» – анапское производственное предприятие «Меркурий-2». И смотрите сегодня в выпуске. Управляющие компании копят долги, значит, не умеют работать с жильцами. Пионерскому проспекту вернуть первозданный вид. Морской патруль несет вахту. Глава города Сергей Сергеев в объезд по городу взял двух своих заместителей, указал на адреса явной бесхозяйственности и потребовал немедленного устранения замечаний. На главной городской улице мусор уже утром. Вот посмотрите сюда, на остановку. Мы что, не знаем, где у нас точки, где собирается большое количество людей? Знаем. По улице Красноармейской поднимают канализационные люки. Хорошее вроде бы дело, но почему днем перекрывает движение? Почему он работает днем? Мы договаривались. Вон машина стоит, смотрите, что делают. Они полосу полностью заняли. Это сейчас пробки нет, утром она была. Через полчаса опять может стать. Но предмет особого беспокойства главы города Пионерский проспект, на котором санкт-петербургской фирме было запрещено продолжать прокладку канализационных труб до окончания курортного сезона. Контракт с фирмой предполагал работу в межсезонье и до срока окончания работы еще 1,5 года. Но трубы продолжают складировать на газоны Зеленого Пионерского проспекта, копать ямы и городить заборы ограждений. Он домой пусть себе в Санкт-Петербург отвезет и во двор положит, я ему разрешаю. Скажите, что это за ограждение, вот это все? Он меня убеждает, что надо продолжить, что надо паять, продолжать. Сколько строители надо... всяческие уловки находят для того, чтобы продолжать работы. При этом и газоны, поврежденные ими, и асфальтовое покрытие восстанавливают абы как, а бордюры оставляют в грязи. Хотя Пионерский проспект мы не привыкли видеть таким. Значит, остановить работу, немедленно остановить и вывести все. Срочно, да. На обратном пути я хочу видеть, что они вывозят. На бульваре с красивым названием «Шардоне» отнюдь не так красиво. Сомнительные услуги на проходе к морю, заросшие сорняком клумбы и переполненные мусорки. Это со вчерашнего дня лежит. А вот здесь есть столовая на муниципальной земле. Вот зайдите к хозяину, да, сказали, зайдите и расскажите. И уберите его с муниципальной земли, пусть себе внутрь залезет, если он не хочет убирать. Прячутся в кусты всевозможные примитивные приспособления незаконной торговли. И непонятно, кого хотят обмануть витязевцы. Не верится, что гостям города по душе такое обслуживание из-под угла, с неприглядных торговых рядов. Глава города дает задание Светлане Яровой представить ему проект того, как должны здесь выглядеть объекты торговли, согласованные с архитектурой города. И делает замечание специалистам муниципального контроля. Ребят, вот это ваша зона ответственности, там. Для косичек нужен эвакуатор, чтобы их папуасов... Мы не дошли. А? Косички, они, мы прогоняем, они убегают, и новые столы опять заносят. Становитесь там, убирайте. Что это за игра? Есть. Покажите мне ваши обращения на 02 к участковому. В перспективе здесь... Витязева будет настоящий зеленый бульвар, который бы соответствовал своему названию. С главой Витязева определены предприниматели, которые займутся благоустройством этой территории, чтобы ни услуги предоставлять, ни обслуживаться здесь не было стыдно людям. Рабочую встречу с руководителями управляющих компаний «Анапа» по поручению главы курорта Сергея Сергеева провел его заместитель Владимир Забураев. На повестке дня был серьезный вопрос. Долги жильцов, обслуживаемых компаниями домов по коммунальным платежам, продолжают расти. И есть прецеденты, когда за неуплату по квитанциям отключают целые многоквартирные дома. Были озвучены следующие цифры. Задолженность по Анапе за газ в настоящее время составляет 92 миллиона рублей. Из них 58 – долги населения. Такая внушительная сумма может повлиять на то, что паспорт подготовки города к отопительному сезону не будет подписан вовремя. Допускать такое неприемлемо. Начальник управления ЖКХ Анжелика Бузунова перед каждой из управляющих компаний поставила конкретные сроки погашения долгов за свет, воду, газ и вывоз мусора. Всех касается, да, практики, которые собирают там эти дома, да? И буревестник. Где буревестник? И буревестник. И вас касается. А почему? Ресурсники с вами договора не заключают.
до тех пор, пока не будут погашены. До начала сентября коммунальщики обязались рассчитаться с ресурсниками. Город должен войти в осенне-зимний период полностью подготовленным. Занимаясь обслуживанием домов, управляющие компании получают за свой бизнес прибыль. Но это не значит, что они должны только принимать платежи, исполняя роль кассиров-статистов. Необходимо напрямую работать с должниками. В виде крайних мер отключая от ресурсов квартиры злостных неплательщиков. Ответственные жильцы при этом страдать не должны. Анапа вошла в число муниципалитетов, которые получили финансирование по программе капитального ремонта дорог местного значения в Краснодарском крае. О соблюдении графиков и качественном выполнении работ на краевом селекторе. Министр строительства Кубани Валерий Жуков заострил внимание участников совещания. Программа по капремонту улично-дорожной сети одна из немногих не подверглась сокращению финансирования. Откладывать до осени реализацию программы нельзя. В Анапе все идет по графику, доложили главе города. Сергей Сергеев предъявил неукоснительное требование – вести работы только в ночное время. В соответствии с краевой программой у нас сейчас начаты работы по ремонту, капитальному ремонту улично-дорожной сети города. В программу вошли 11 улиц города. До 10 сентября все работы будут выполнены. Первая ласточка – улица Таманская. Дорожники укладывают новый асфальт на участке протяженностью 331 погонный метр. Следующей станет улица Самбурова. Так, шаг за шагом, новое покрытие к сентябрю появится на 6 километрах городских дорог. В планах городских властей – строительство новых детских садов. Важную социальную тему обсудили сегодня на рабочем совещании под руководством заместителя главы курорта Людмилы Мурашовой. В Анапе путевку в садик ждут чуть более 1500 детей в возрасте от 3 до 7 лет. За счет оптимизации площадей с начала года созданы 439 дополнительных мест. Еще 900 появятся во втором полугодии. Решается проблема и за счет строительства новых и реконструкции существующих зданий. Так, вместо аварийного здания детского сада номер 2 «Орленок» построят новое на 80 мест. Мы сохраняем помещение детского сада, да? Жители очень беспокоят анапчан. Не дай бог, вдруг на этом месте будет что-то другое. И, наверное, мы еще раз сами для себя или анапчан скажем, что на этом месте будет хороший, новый хороший детский сад, который не будет подвержен каким-то опасным ситуациям. Дети будут туда ходить надежно. И плюс мы работаем сейчас над медицинским сопровождением. Ежегодно на курорт приезжают на постоянное место жительства семьи с детьми. И рождаемость в Анапе на высоком уровне. Наша задача, конечно, сегодня, если говорить о тематике совещания, да, то значит обеспечить всех приехавших, всех родившихся уже детскими местами в дошкольных учреждениях. Я надеюсь, что мы эту задачу выполним. Задача непростая – ликвидировать 1500-ую очередь к началу 2016 года, но выполнимая, если на вооружение взять все формы устройства малышей, привлекать средства инвесторов, открывать группы дневного пребывания, реконструировать уже существующие сады и с умом использовать такое дефицитное детское пространство. Морское патрулирование прибрежной полосы – ежедневная работа государственной инспекции по маломерным судам. Для полиции на транспорте это еженедельные рейды, но раз в месяц морской патруль выходит в море большим составом. На этот раз катер для патрулирования предоставил морскому патрулю капитан порта Владимир Леви. Перед выходом в море задачи комиссии ставит начальник ГИМС. Сегодня очередной выход на это патрулирование, в процессе которого будет осуществлен мониторинг, то бишь наблюдение за законностью и незаконностью использования маломерных судов. И, соответственно, будет сразу приниматься, если есть основания, меры по пресечению той или иной деятельности. В составе межведомственной комиссии представители администрации города, полиции на транспорте, пограничники, начальник ГИМС и капитан морского порта Анапа. Владимира Александровича можно смело называть морским волком. Загорелый, подтянутый, обветренный океанскими ветрами Атлантики, водивший рыболовецкие суда к берегам Намибии, Мозамбика, Мавритании и Марокко, рыбачивший у Западной Сахары, замещавший капитана морского порта Новороссийска на маленький курорт Анапа, сын потомственного моряка смотрит с любовью и заботой. Леви поддержал главу города Сергея Сергеева в том, что большегрузы не должны возить зерно через курорт. И сейчас у нас тоже не менее ответственная задача. Контролировать все суда, которые находятся в портовых водах. А у нас в основном сейчас это пассажироперевозки судов, маломерных и судов, пассажирских прогулочных судов. Чтобы все люди, значит, находящиеся на судне, это объект с повышенной опасностью, должны
соблюдать меры предосторожности. Далеко идти не пришлось. Нарушение рядом. Прокинули банан, ну, да, чтобы люди повеселились. Это грубейшее нарушение. Ну, вот. И вот сейчас, соответственно, судоводитель находится на борту судна, и к нему принимается мера административного воздействия. Вот второе судно задержано. Что? Пассажиры находятся без спасательных жилетов. Сейчас они наверняка утверждают, что им разрешено не спасательных жилетов, только дети должны спасательные жилеты. Жизнь в море кипит, и трудно представить, что в этой бирюзовой красоте, которая у берега не имеет такого заманчивого цвета, не пожелают прокатиться, пощекотав нервы наши отдыхающие. За безопасностью отдыха на воде следят десятки специальных моторных лодок со специалистами ГИМС. Рейдовая группа замечает у пограничника и Эллады базы, занимающиеся незаконным прокатом маломерных судов. В День семьи, любви и верности в Центре культуры «Родина» прошла торжественная церемония награждения лучших анапских семей. Тепло и сердечно приветствовала заместитель главы города Людмила Мурашова, семьи, биографии которых достойны подражания. Она отметила, что в нашем городе ведется постоянная работа по укреплению института семьи, улучшению условий жизни и воспитанию детей. От имени главы нашего города Сергея Сергея Павловича я поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности. Вашим семьям и всем семьям анапчанам желаю от имени главы, желаю вам здоровья в первую очередь, верности, надежности, крепости, любви. Главными героями праздника стали семьи, где взаимоотношения родителей являются примером для детей, где царят душевная теплота, уважение и любовь друг к другу. Также всем гостям юные анапчане вручили символы праздника – большие ромашки, сделанные своими руками. Большое спасибо за сегодняшний праздник. Спасибо за внимание, заботу ко всем нам. Спасибо. После церемонии награждения всех пригласили на праздничную концертную программу на Театральной площади. Обстановка получилась душевной, трогательной, наполненной любовью и вниманием друг к другу, как это бывает в крепкой, дружной и большой семье. Легенда о Петре и Февронии. Для анапчанки Людмилы Рузаевой это особый праздник. У Людмилы Николаевны Рузаевой необычное увлечение. Из бисера и ниток она создает поистине шедевры. В ее коллекции знаменитые картины Климта и Ван Гога, вышитые собственными руками. Все начиналось с мелочей, с плетения украшений. Но когда я увидела пасхальное яйцо и подумала, а что может быть лучше такого подарка, если еще на подарке написано «Христос воскрес», да? На Пасху подарить, на день рождения, на Рождество Христово. Что еще может быть лучше? Только это. Вот. Но когда я увидела иконы, вышитые бисером, тут мне, конечно, я перестала спать. Чтобы вышивать иконы, она получила благословение православной церкви. И вышивала запоем. Вот я вышивала здесь, заходил муж и говорил: «Ты знаешь, сколько сейчас время?» Я говорю: «Нет, не знаю». Он говорит: «Уже за полночь». Одна из любимых икон Людмилы Николаевны, к которой она относится с особым трепетом – святые Петр и Феврония Муромские. Такая икона должна быть в каждой семье, считает она, чтобы оберегать очаг и отношения. Петр и Феврония, в отрочестве он Давид, а она Ефросинья, заключили брак. Жили в мире согласия и любви, и в один день умерли. Это не подражание для нас, для христиан. С мужем Анатолием Андреевичем родились практически в один день, 27 и 29 мая. Начали встречаться еще в институте, и вот уже 50 лет вместе. И в горе, как говорят, и в радости. И, в общем-то, я хочу сказать, что мне повезло. Муж и дети у меня великолепные. Воспитали двух сыновей, которые уже сами обзавелись семьями. Старший сын живет в Москве, младший в Нижнем Новгороде. Близким Людмила Николаевна тоже вышила именные иконы. Самые красивые, любимые внучкам. И как вышивка бисером, создание крепкой семьи – дело кропотливое. Рассматривать нужно своего мужа, с которым ты прожил уже не один год и имеешь двух детей. То есть рассматривать его как хорошего человека. А если у него есть какие-то недостатки, то их надо рассматривать отдельно. То есть недостатки какие-то, у всех они бывают. Поэтому надо смотреть в корень. Очень хороший, надежный человек. Полвека супруги вместе справляются со всем, что преподносит им судьба. Строят свою жизнь на взаимном уважении, любви и верности, как завещает старинная легенда.
Завершит выпуск прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – салон-магазин изделий из камней самоцветов «Тайны Медной горы». В пятницу 10 июля в Анапе малооблачно, возможен дождь с грозой. Температура воздуха днем плюс 26-27 градусов, ночью до 25 градусов тепла. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 25 градусов. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин «Тайны Медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу: улица Крымская, 114. Партнер программы новости – анапское производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Чистый воздух и близость к песчаным пляжам – вот главное достоинство Кавказа. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4-й квартал 2016 года. Звоните 48 300.